Конкурс «Учитель года» всегда выявляет новые таланты. По традиции этот конкурс вызывает большой интерес педагогов, общеобразовательных учреждений, которые хотят повысить свой профессиональный уровень и перенять передовой опыт коллег. В недельный соревновательный марафон вступили 12 самых достойных и смелых педагогов нашего района. Открытие конкурса состоялось 13 февраля на базе средней школы номер 7 поселка Майский. Уважаемые гости, сегодня мы открываем муниципальный этап конкурса «Учитель года России 2017». Мы приветствуем всех, кто собрался в этом уютном зале, который гостеприимно распахнул двери для всех желающих погрузиться в незабываемую атмосферу праздника. Праздника педагогического мастерства, творчества, поиска, свободы мыслей и открытий. Праздника, который дарит нам новые блестящие идеи, открывает все грани талантливой личности учителя. Ведь только ему дано заглянуть в завтрашний день глазами своих учеников. Конкурс «Учитель года России 2017» объявляется открытым. Начальника управления образования администрации ОКО Шипабульский район Василия Гумеровича Киргашева. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, участники конкурса «Учитель года 2017». Я хочу пожелать всем конкурсантам терпения и здоровья. Считаю, что на сегодняшний день все вы уже победители в связи с тем, что вы участвуете в этом конкурсе. Но жалко одно, то, что одно единственное первое место. Но я думаю, что уже все вы победители. Здоровья, терпения, уверенности, веры. Есть много у учителя дорог. Одна из них на конкурсах ведет. В нем лучшего из лучших выбирает. Умения и таланты проверяют. Эссе, портфолио, урок. И выполнить все нужно в минимальный срок. Итог всему финал подводит. И здесь случайно не проходит. Народик в школе, конечно, зрячий. О конкурсе «Учитель года» многое судача. Но все-таки оценка их единогласна. Да, педагогика прекрасная. Приветствуем наших конкурсантов и приглашаем их на эту сцену. Ешева Марзиатка Барбиевна, учитель английского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашикабльский район, средняя общеобразовательная школа номер 1. Нашего Нафисет Аслановна, учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашикабльский район, средняя общеобразовательная школа номер 2. Айтекова Светлана Нурбиевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашихабльский район, средняя общеобразовательная школа номер 3. Притчева Фатима Кимовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашихабльский район, средняя общеобразовательная школа номер 3. Едокоева Оксана Аскорбиевна, учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашихабльский район, средняя общеобразовательная школа номер 5. Нагорокова Марьяна Нурбиевна, учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашихабльский район, средняя общеобразовательная школа номер 6. Фоменко Татьяна Михайловна, учитель истории обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашихабльский район, средняя общеобразовательная школа номер 7. Козенко Анна Николаевна, учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
учреждение муниципального образования Кашикабльский район, средняя общеобразовательная школа номер 8. Ребешевская Ольга Викторовна, учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашикабльский район, средняя общеобразовательная школа номер 10. Бегеретов Анзор Шкамбиевич, учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашикабльский район, средняя общеобразовательная школа номер 11. Симоненко Любовь Павловна, учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашикабльский район, основная общеобразовательная школа номер 12. Шизапекова Эльмира Амирбиевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашикабльский район, основная общеобразовательная школа номер 13. Давайте еще раз громкими аплодисментами поприветствуем наших конкурсантов. Поздравляем всех с началом конкурса педагогического профессионального мастерства. А первыми это хотят сделать, конечно же, наши первоклассники. Какое прекрасное слово учить воятие любви человеческих душ, наставник семьи и державы строить, учитель всегда и везде на виду. Учитель, как бесценно имя это среди богатой россыпи сердец. Учитель, это имя чище света, он мой отец, духовный мой отец. Учитель нас встречает на пороге, когда еще мы малыши, указывает все пути и дороги, той жизни, по которой нам идти. Учитель всех моложе на планете, хоть голова его порой бела, его седины мудрости приметы поймет, расценит каждого слова. И все же устает он от работы, когда мы, дети, целый класс накладываем горести, печали и заботы на зеркало его прекрасных глаз. Защитите нас, учителя, за те морщинки, что по лицу по вашему бегут, и наши судьбы будут не судьбинки, вы в них вложили свой нелегкий труд. Учитель, три слова не так уж и много. А сколько умений вмещает оно? Умение мечтать. Умение дерзать. Умение работе себя отдавать. Умение учить. Умение творить. Умение детей беззаветно любить. Учитель, три слога. Ну как это много? И это призвание вам Богом дано. На следующий день наша съемочная группа побывала на базе средней школы номер 1 аула Кашихабль, где в этот день конкурсанты проводили открытый урок. Вчера, 13 февраля, на базе Майской средней школы номер 7 у нас состоялось открытие ежегодного традиционного конкурса педагогического мастерства «Учитель года 2017». После торжественного открытия у конкурсантов прошла первая номинация. Они писали эссе на тему «Я учитель». Сегодня у нас второй конкурсный день. У педагогов вторая номинация. Это урок. Они дают открытое занятие, после которого будут подводиться итоги, уроки у них будут оцениваться по 10 критериям. Завтра по плану у них две конкурсные номинации, это круглый стол образовательных политиков и методический семинар. Конкурс будет продолжаться до конца недели по разным номинациям, а мы будем информировать наших телезрителей о результатах. Пожелаем им удачи!